славном Барнауле, в Алтайском крае, где живут добрые, чудесные, умные, симпатичные, добродушные люди, в крае, который поражает своей красотой, поражает своей природой, уже в четвертый раз вместе с телеканалом НТВ я отправился в большое предновогоднее путешествие по стране. И вот уже четвертый раз на пути нашего следования славный город Барнаул. Я всегда с особым пиететом вспоминаю наши с вами добрые встречи, добрые беседы, красоты города, большие буквы, красавицу набережную. Мы исполняем желания. Исполняем желания, идем к тем, кто в нашей помощи, в нашем внимании нуждается прежде всего.